Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур, и в этом видео речь у нас пойдет об экономической онлайн-игре под названием «Веселые рыбаки». Расскажу вам о новости, которая здесь была добавлена 9 мая, проверим проект на платежеспособность и отвечу на один из самых популярных вопросов, стоит ли сейчас, в данный момент времени, инвестировать средства в этот проект. Итак, давайте все по порядку. Новость, значит, 9 мая, с Днем Победы, все это понятно, добавили нового акционного персонажа, которого стоимость 400 рублей, доходность 125% за 30 дней. То есть, если это сравнить с обычным маркетингом, который нам предоставляет проект, это очень выгодный тарифный план. Вот можно сравнить с Михалычем, он стоит 300 рублей и за 40 дней приносит 20%, а там за 30 дней сколько? 25%. Я прикупил себе 10 штук на 4000 рублей, и вот, собственно, моя армия рыбаков. Суммарно здесь инвестировано 1070 на данный момент времени в рыбаков. У каждого из них имеется свой срок жизни, своя доходность, это все понятно. Значит, возможность покупки рыбака Ульян у нас открыта еще один день, 5 часов 29 минут. По стоимости 400 рублей это недорого, суммарно это 10 штук можно купить на 4000. И всего-навсего 30 дней и получаем хороший профит. Это что касательно новичков. Если вы там думаете инвестировать, не инвестировать, какие есть варианты, то вот этот новый персонаж на данный момент, я считаю, один из самых актуальных. Еще есть хороший вариант, это если вы уже зарегистрированы в данном проекте, но как-то там не придумали, что там нужно инвестировать, там боялись, разные бывают ситуации, то это рыбаки New. Это также очень хороший раздел для того, чтобы поднять деньги в кратчайшие сроки. Они открываются поочередно, насколько я понял, и в зависимости от того, сколько дней вы на проекте. Чем дольше, тем больше вам персонажей будет доступно. Я скупил всех, потому что они, ну, сверхдоходны по сравнению с обычным маркетингом. Так что, друзья, вот этот тарифный план я бы рекомендовал по сравнению с другими. То есть, что это у нас получается? Если на 4000 закупаем, ежедневно по 166 рублей мы отбиваем. Дальше потом чистая прибыль. Давайте закажу выплату, перед этим нужно собрать улов, напоминаю, что его нужно ежедневно собирать, лучше там два раза в день, потому что улов имеет такое свойство портиться, грубо говоря, рыба протухает и с каждым днем все больше и больше протухает, соответственно, мы теряем улов, если что. Так, у меня на вывод стало 9772 рубля, и давайте перейдем в раздел «Вывести». Так, пускай будет Пайер, единоразовый максимальный вывод, здесь 2500. Но это что касательно Пайера, Perfect Money, но на Киви я выводил вот и 39 тысяч, и 19 тысяч, то есть в ручном режиме там заявки обрабатываются. Итак, 2500, нажимаем заказать, смотрим, проверяем, так, успешно, хорошо. Что у меня показывается? Вы вывели 560 тысяч рублей, то есть 500 000 с одного проекта. И суммарно я на 125% в профите. Хорошо, переходим на Pair кошелек, обновляем страничку, проверяем. Да, есть платеж, нажимаем на ID, от кого? Так, пользователю Артур Ноус, это мой логин с проекта «Веселые рыбаки». Хорошо, все платится, проект выполняет свои обязательства. И, собственно, вы можете посмотреть на мою статистику и понять, что, ну, действительно, это достаточно серьезный проект, потому что я вывел суммарно 500 000 рублей. Можем посмотреть на топ. Сколько здесь люди инвестируют? От по 300 тысяч, по 250, по 190 тысяч вклады. Также выводят достаточно крупные суммы, от по 200 тысяч рублей. Что у нас здесь по топ-10? Я на втором месте, 2865 рефералов. Я считаю, это очень хороший результат. Что касательно моих партнеров, если вы регистрируетесь по ссылке под данным видео, вы можете рассчитывать на бонус при вкладе в 2,5%. То есть, если инвестируете, к примеру, там 100 рублей, 2,5% вам сразу же возвращается на баланс для вывода. Кстати, что касательно вывода, давайте обменяю средства, докуплю еще себе персонажей. Вот в чем секрет моего заработка, успех, как говорится, то, что я постоянно делаю реинвест. Естественно, прибыль вывожу, куда же без этого. И вот плюс еще 3% на обмене я получаю. Так, видим, денежки обменялись, хорошо. На счету есть, я хочу прикупить себе еще двух. Так, где они здесь? Удильщик Ванька. Они работают в паре, кто не знает. Изначально нужно купить Александра Рыбака, потом вам будет доступен удильщик Ванька. Вот, собственно, у меня они есть, и пишется, могу купить 2 штуки. Хорошо, это 2222 рубля. Нажимаем «Купить». Все отлично, персонажа приобрел. Теперь моя армия еще больше, еще, так сказать, сильнее.
я примерно подсчитывал 2000 рублей доход на полном пассиве. Ну как на полном? Я ежедневно захожу, собираю доход и, собственно, зарабатываю. Но это, в принципе, можно назвать пассивом. Дальше, что касательно аукциона. Вот, как видим, внизу такое окошко с таймером. Очень интересная штука. Буквально на днях наблюдал, когда ребята там играли очень сильно. Я так понял, это все затянулось на ночь. Суммарно там 200 тысяч рублей был призовой фонд. Вы представляете, 200 тысяч кто-то, один из участников, выиграл. Здесь показывается последние 20 игр, но здесь уже нет этой ставки. Как видим, ежедневно играют очень большое количество людей. В чем прикол? Что у кого больше ставка, если вас ее там никто не перебивает в течение 10 минут, вы забираете весь банк. Вот, к примеру, сейчас банк 201 рубль, а одна ставка это 14 рублей. И каждый раз вы можете повышать на 10 рублей ставку. То есть вот эта штука реально очень прикольная. Вы можете за день зайти, заработать огромную сумму, там можно часть пустить на персонажей, часть вывести, то есть вот это классный инструмент, но снова-таки нужно рассчитывать на время, потому что я помню, что игрушка длилась достаточно долго. Вот как видим, каждые 20 секунд обновляется, и кто-то ждет до конца, и буквально в последние секунды перебивает. Теперь, что касательно рыбной фермы, там пруда, аквариума, бухты. Я видел, спрашивали у администратора в чате, плюс я ему еще написал в личку. Они планируют какое-то обновление по данному разделу, и оно будет, получается, в ближайшее время. Написали с понедельника, а там конкретно будем следить за новостями. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, я здесь в первую очередь, если что-то узнаю, кидаю какую-то новость по заработку, связанную только с заработком. Так что ссылка в описании, ждем какого-то нововведения, потому что сейчас движение здесь остановилось. Многие заработали с помощью рыбной фермы реально там 1000%, если были со старта и вовремя вышли. Есть те, которые, я думаю, заигрались, есть те, которые зафиксировали профит, ну как и везде. А, собственно, реально здесь 1000%. Побольше бы таких проектов и было бы, конечно, идеально. Теперь, друзья, давайте небольшую выжимку по проекту, что мы имеем, какие разделы, как делать, как зарабатывать. Первое, то, что если вы мой реферал, вы получаете бонус 2,5% от вклада. Дальше, можете рассчитывать на страховку в 60 тысяч рублей. Это на случай того, если проект закрывается, вы остались в минусе, я смогу компенсировать какую-то часть ваших потерь. Это, я считаю, огромный плюс, страховка самая большая среди моего инвестиционного портфеля. Дальше, по инвестициям. Если вы активный пользователь, есть время заходить ежедневно, вам лучше всего покупать рыбаков с раздела «Рыбаки Нью». Далее рыбаки обычные. Но это если у вас есть время. Если не сможете собирать, то для этого есть раздел банк. Здесь вы сделали вклад и ежедневно пассивно получаете процент. Для того, чтобы его забрать, просто переходите в вкладочку банк и вам здесь будет начисляться денежка на вывод. Это очень хороший и удобный раздел. Дальше аукцион. Азартная штука. Здесь можно как и поднять денег, если они у вас имеются, так и можно слить. То есть можно побороться за хороший банк. Дальше игры. По мини-играм, но здесь сундучки, наперстники, то есть достаточно азартная штука, также можете самостоятельно изучить. Бонус 24, получаете бонус за то, что кликнули по баннеру. Лидер можно купить, значит, прикольная штука, платите 100 рублей, и все рефералы, которые будут регистрироваться в данном проекте без реферальной ссылки, просто по какой-то рекламе переходят, они будут вашими рефералами до того времени, пока вас здесь как бы не перебьют, пока не заплатят кто-то другой. Я здесь, ну не знаю, раз 5 точно покупал, если не больше, наверное. Достаточно эффективная штука, бывает хороший выхлоп. Букс, это у нас заработок без вложений, если вы хотите подзаработать, почему бы нет. Заданий здесь достаточное количество, без вложений можете заработать, потом купить себе персонажей. Также можете добавить свое задание. То есть, по сути, как будто обычный букс, только в экономической онлайн-игре. Дальше серфинг, просматриваем сайты, зарабатываем на этом. На вот эту ловушку не кликайте, потому что будет штраф, будьте внимательны. Баунти программа, я уже здесь выполнил огромное количество, осталось у меня не так очень много, но на самом деле здесь очень большой выбор в этом плане. Дальше, пополните, есть много вариантов, я думаю, вам не обязательно показывать. Ну, все знают, как пополнять. Выбираем, прописываем сумму, оплачиваем. С этим все элементарно просто. Я думаю, у вас проблем не будет. Основной посыл данного видео, что данный проект платит, работает стабильно. И что самое главное, постоянно добавляются какие-то нововведения, штучки, модули там всякие.
новые разделы и так далее, и так далее, и так далее. Что есть, так и хорошо, не каждый проект такое делает. Новый персонаж нужно успеть купить, если вы хотите подзаработать. Надеюсь, был полезен. Если да, ставим палец вверх и подписываемся там на мои ресурсы, в которых я вещаю о заработке в интернете. На этом все. До скорых встреч. Всем пока.